вот как раз вы сейчас видите кадры посадки. Да, двигатель горит. Это вторая попытка сесть у самолета. Самолет, конечно, охвачен пламенем. Но вот как сообщил очевидец, который был в это время в зале ожидания аэропорта, самолет был оперативно потушен. 78 человек находились на борту. По данным экстренных служб, все они эвакуированы. По последним данным... Вот как раз вы сейчас видите кадры посадки. Да, двигатель горит. Это вторая попытка сесть у самолета. Самолет, конечно, охвачен пламенем. Но вот как сообщил очевидец, который был в это время в зале ожидания аэропорта, самолет был оперативно потушен. 78 человек находились на борту. По данным экстренных служб, все они эвакуированы. По последним данным, 6 человек...